много лежит отходов. В основном это то, что привезли с Украины. А это то, что уже перещипковано. Немножко парит. Вот. Те три интересных дома, в них живут словацкие цыгане. У них свои ТЭЦы. И ни окон, ни дверей, хотя свет есть. Система подачи топлива. Замасы? Почему дым? Это пара. Вот какое качество. Самое плохое качество. Там лучше видно, куски попадаются до 30-40